Брянские производители цемента обратились к орловским полицейским с просьбой проверить законность использования их товарного знака одной из местных фирм. И, как оказалось, подозрения оправдались. В рамках полученного заявления сотрудниками были проведены мероприятия, в ходе которых было установлено 3 факта по реализации цемента, упаковка которого сходна до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками. Распространяли продукцию через торговые точки в Советском, Северном, Орловском районах. Орловская фирма по результатам проверок лишилась порядка 450 мешков с цементом. В отношении граждан, осуществлявших незаконное использование товарного знака, был составлен протокол по статье 14.10, часть 2, санкция по которому предусматривает штраф в размере 20 000 рублей.